40 лет – мгновение для истории, но большой и насыщенный период в судьбе каждого человека. В Совете ветеранов за это время случилось многое. В нем проходят встречи участников военных действий, встречи с молодежью и учащимися Десногорска. Появляются новые идеи и социальные инициативы, направленные на сохранение нашей истории. Совету ветеранов исполнилось 40 лет. 40 лет активной, насыщенной и полной энергии деятельности. Отмечать юбилей друзья и неравнодушные жители города собрались в зале городской библиотеки. Я хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, душевного равновесия, чтобы все у вас было хорошо. Для юбиляров и гостей выступили городские ансамбли. Артисты поздравили присутствующих своими музыкальными номерами. Было сказано много теплых слов и пожеланий добра, здоровья и дальнейших свершений. Молодцы, как они работают. Это именно воспитание молодого поколения, не только молодого, и нас. Наши ветераны должны и нас, и подсказывать, и учить. С праздником! Я считаю, наша организация тоже взлетает, хотя ее организовывали люди, ну, просто сумасшедшие закалки, фронтовики. Нам приятно, что мы подхватили у них знамя. 40 лет – это только начало. Великие свершения еще только впереди. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.